Добрый день всем. Вышла я на улицу. День солнечный. У нас сегодня морозяка. А в ночь будет самая холодная ночь. Будет до 25, сказали. Ну вот я решила на солнышко выйти. Подышать и погулять. Заодно синичек кормим. Воробьи не едят семечки. Залезают, раскопают там все. С синичками подерутся. И все. Это им не надо. Они выедают там крошечки всякие. Всякое то. Кошку, говорит, возьми. Она вышла. Бася! Хватает им всяких крошечек. Потом в семечках семена каких-то растений попадаются. Я все любуюсь на свои садовые кружовники со смородинами. Как же их все прикрыло классно. А завтра в ночь... Нет, сегодняшняя ночь до 25. А завтра на старый Новый год плюс один, сказали, будет. Что нежелательно. Да, Бася? Бася! Мяу! Да, конечно. Лучше вот такая погодка, да? Да. Снег блестящий какой. Да, Бася, да. Что, мой хороший? Что, мяу? Что? Да. Меня зовешь? Ну, гуляй, гуляй. Гуляй, Бася. Гуляй. Вышла и меня зовет, говорит, не морозься. Бася, хоть иди что-нибудь хоть сделай. Что вышла и опять на крыльцо. Сегодня снег был опять. Вернее, не сегодня, ночью. Вот опять муж поскреб. Лавочку навалила. Синички порскают семечками. Семечками летают, расплевывают на деревьях. Я все заглядываю. Следов нету. Почтовому ящику подходил кто или нет. Заглядываю. Здесь даже кошки не ходили.
ни одного следочка. На птичьем домике горушка снега. Висят загнившие на терне ягоды. Надо будет стряхнуть их потом. О, как висит лавина снега. Неохота залезать, стряхнуть с сучка. Надеемся, он не принесет ущерба. Руки мерзнут. Я ежевику немножко стянула веревочками, чтобы на дорожку не особенно она ложилась. А вот эти палочки торчат. Это топинамбур. Весной будет видно, где его выкапывать. Где палочка торчит, там топинамбур. Я их не обрезаю до конца и не выкапываю особенно полностью. Просто накопаю, сколько мне надо, а остальное опять растет. Вышка. Вот молоденькая актинидия. Вот эту черную смородину надо в этом году очень-очень хорошо обработать. Она, конечно, ягод было нормально на ней, но листья мне очень-очень не понравились. И они вот до сих пор на ней полузасохшие, не упали. Надо будет ее медным купоросом как следует весной опрыскать. Ну вот будем деревья опрыскивать, заодно и кустарники. Хотя в прошлом году, по-моему, муж опрыскивал. Вот актинидию не надо прыскать, ей ничего не делается. Молодой крыжовничек, отводку я делала. Он совсем шипов мало на нем. Хороший сорт и крупный. Еще я одну веточку. А веточку я взяла. Просто длинная очень была. Я обрезала и посадила в землю. Она у меня в другом месте. И вот она у меня год просидела, укоренилась. Вот весной я ее буду отсаживать уже на постоянное место. Да? Ох ты, игрунья какая! Ох ты, игрунья! Бася! Играет со мной. Наполнила кормушку. Немножко комбикорма посыпала и семечек. Целый большой стакан. Прилетают.
был снегирь, самец, но не видно. Взял семечку, куда-то улетел. Они более пугливые. Вон там соседка тоже кормит, летает. Кормушка такая же висит, и тоже она семечками их кормит. Пиликают немножко. Ладно, пусть наедаются на ночь. А ты, Бася, будешь сидеть, да? На ступеньке. Ну, гуляй, гуляй. Гуляй. Вот эта роза, ветки уже черные. Их никак. Даже если накрыть, они не сохранятся. А вот эта вот стоит роза. У нее всегда зеленые, у нее не бывают черные ветки. Всегда зеленые. И она зимует отлично, раскрытая.